Соревновались между собой лучшие представители муниципальных образований Анапского округа, организаций и спортивных школ. В программе второго этапа бег на 200 метров у женщин и 400 метров у мужчин, прыжок в длину с места, 400-метровая эстафета, перетягивание каната и гиревой спорт. Как новичков и более опытных спортсменов объединил азарт соперничества. В спартакиаде есть уже свои лидеры. Есть фавориты, потому что в соревнованиях у нас бывшие спортсмены, из них есть мастера спорта по легкой атлетике, по борьбе. Поэтому, я думаю, потенциал, который есть, и он проявит себя и в дальнейшем. Так что надеемся на хорошие результаты и хорошие достижения на краевых соревнованиях. А за краевыми и всероссийские советом для начинающих спортсменов поделилась Анна Шашлыкова, серебряный призер России в марафоне на 42 километра. Мое любимое – это участвуйте, никогда не отказывайтесь. Главное – участие, не победа, общение. И оздоравливает это все. Солнце, воздух. Участие в соревнованиях объединяет коллег, жителей поселков и городов. Здесь всегда можно обзавестись новыми знакомствами.